Проводимая в Великобритании кампания по сокращению количества используемых магазинных пластиковых пакетов начала приносить свои плоды. Предприятия розничной торговли не намерены останавливаться на достигнутом и берут новые обязательства. Так, 7 крупнейших сетей супермаркетов договорились сократить наполовину число реализуемых пакетов в ближайшие 3 года. Это при том, что за 3 предыдущих года этот объем в Великобритании уже сократился почти в 2 раза – с 870 до 450 миллионов пакетов в месяц. «Главное, что мы четко движемся к поставленной цели», — говорит представитель правительственной организации, которая следит за ходом кампании. «Через год мы изучим новые результаты, посмотрим, насколько наше общество может дальше идти в этом направлении, какие еще супермаркеты могут присоединиться к кампании, и оценим достигнутый прогресс». По оценкам экологических организаций, разложение пластиковых пакетов может занимать от 400 до 1000 лет и наносит большой вред природе. Британцы, похоже, всерьез решили избавиться от одного из основных символов современного общества – одноразового использования.